Пиздец, они все одинаковые, эти песни. Говорят, может перезапустить, типа, попробовать. Похер, пусть играет. Давайте попробую перезапустить. Давайте тогда сохранюсь и перезапущу, потому что что-то с музыкой беда какая-то. А, ну, сейчас пройду. Форсес говорит, давай. Погоди-ка. А что, похоже на правду. 4 плюс сис. Так, где она? 4 плюс сис. Ага, ага. Так, тихо. О! Тихо, тихо. Тихо, тихо, не трогай его. Ага, ага, хорошо, хорошо, заходит, заходит. Сейчас я добью, сейчас добью. Токива. Кумоцу, спасибо, шампунь действительно работает. 100 рублей на Steam пришло. Че, не пиздишь, 100 рублей пришло? Я завтра пойду тоже куплю, чисто из интереса позанимаюсь этой херней. Тихо. Вась. Давай. Хорошо. Не трогай. Вась, да не, они его пиздят, я не могу их остановить. Ты главное серию не начинай просто, типа, бей их поэтому. Все нормально. Слышь, а на какую кнопку там супер атака я забыл? Ехал же, брат, я на бюст. Может быть. Там она же светится прям. Тихо. Да, пацаны, ниже, развернись, придурочный. А развернись, не бей, не бей. Вечер, Вась. Форсес не помог. Форсес не помог. Опять завалили? Да. Ты же, а можешь стиль сменить и прямо рядом с ним стоять, не знаю. Ладно. На какие кнопки стиль меняется? Не помнишь? Я мог сказать, на геймпаде на какие меняются, но я не помню. Ладно, сейчас разберемся. А, ну у меня еще на единичке. Так, погоди, а если Форсес не помогло, то что должно помочь? Что должно Два помочь? Форсеса. Два Форсеса одновременно? Да, включить. Так. Ох ты, ёб твою мать. Ой, блин, кстати, забыл почитать новую главу Берсерка. Будет глянуть. Два Форсеса может зайти? Сгласила. Давайте какой-нибудь другой опенинг. Боевой опенинг. А у тебя брейкданс уже открыт? Да, стиль драки. Не слышу ничего. Че говоришь? А у тебя брейкданс уже открыт, как стиль драки? Нет. А такое есть? Да. Ладно, ждем, пока нету. Так. О, Jojo Bizarre Adventure Openings с 1 по 10, 14 минут. В качестве, блять, MP2. Ужасно звучит. Так, сюда. Угу. Ладно, поехали. Еще попытка. Фу, поехали. Сейчас этот квест пройду. Сом говорит Snake Eyes. А, блин, Snake Eyes тоже, конечно, вариант хороший был. Что там еще? Вообще, да, не спойлери. Блять, да. Тихо. Я не могу сменить стиль. Да ты тварь, стой так. Сейчас. Тихо. Вась, я проебал, короче, еще один заход. Ну, я так вижу. Да, так и происходит. Надо убрать биту, она очень долгая. Ну, биты КБ затянуты, да. Чуть-чуть затаймил, но это мне не помогло. Сука.
Еще и музыка закончилась под проеб ровно. Так, сейчас чуть-чуть потише. Чуть-чуть потише. Ага. Сюда. Так, я не понял, каким образом меняются стили? Ведь на единичку было, на единичку, на двоечку. 1, 2, 3, наверное, да. Так, нет. Нет, что надо ввязаться в драку, пойти с кем-нибудь сначала, прежде чем я квест выполнять. Сейчас быстренько. Ну что, бандит есть? А, девочка опять игрушки хочет. Хуйня. Оп, вижу. Что ты здесь? Класс. Ну, нажимай. Нет, это не то. F. На нампаде, может? А, погоди. Оно всегда так было? Как? А, 3. А, вижу. Все. Все, пошло. Ай, блядь. Ну, у него такие удары ватные в этом режиме. Что тут тип сделал, что улетел нахуй куда-то? Тихо, не прерывайте. Забываю брать лок. Не помню, на какую кнопку делать супер удар, это вообще пиздец. Тихо. О, 116-го Дума тоже, кстати, можно. Что это за удары? У вас из Дума? Из Дума, знаешь, там тебе любят. Ну, у нас 14 минут запилов. Так. А 500 тысяч за пачку, легко, достаточно. Все, поехали. Может уворачиваться? Вот этим прием, когда он хватает сзади за шею и за голову, я нихуя не понимаю, что он делает. Ну, типа, придушил слегка. Придушил, он, чуть-чуть, типа, свернул. Ну, он будто что-то ломает. Ну, чуть-чуть ломает, да, если. Ты пересматривал Джоджо? Не, я по одному разу смотрел каждый сезон. Я так и стоялся на этом, на Дайм 1 Unbreakable. Ну, какой там был. Ну все, на этот раз я другой. Поехали. Давай, куда ты идешь? Куда ты идешь, блядь? Куда ты идешь, Вась? Не трогай. Ну, блядь, не так, может, мало времени дают. Убитый хотя бы урон был более-менее. Все, это пиздец. Мне, короче, сейчас его каким-то образом дефать надо. Вась, не трогайте его. Не трогайте его, Вась, не трогайте, пожалуйста. Меня бейте. Как ты прошел со второго раза? Слышишь, скачай Радмин, пройди мне эту хуйню. Вася, еще не... Блять, козлы! Не трогай! Тихо. Нет. Мне бей! Не ему, он же прошел! Ты их всех добил, и он прошел. Нет, я их типа. Я просто он шел, типа, я его дефал. Слушай, ну он тебя. Вот он у тебя не прошел, типа, полметра. Вот полметра, даже меньше. Бля, говорит, танк ты хуёвый, в рейд не возьму. Говорит, бля, отошел на 20 минут, он до сих пор это дрочит. Не на 20, а на 15. Говорит, включи опенинг Доро, говорит, клянусь, это поможет. Доджи Доро, говорит, Дороро. Оп. Я думал, Дороро, это люди так хуёво Дорохадоро называют. Не. Но он идет 1.5 минуты, я не уверен, что успею. Фух, это какой-то ужас, блядь. Ладно. Ладно.
хуйню какую-то, они оба не тут. Это не я, это чат. Что делать? Я знаю, что делать. Подожди, что делать? Прокачай себе чуть удары, не знаю, какие-нибудь. Зато ты, у тебя же нихуя ничего не прокачано. Согласен, сейчас быстро сделаю. Потому что Дора дура. Так будет, скажи, кто наденет мерча не самое, блин. Нет. Я, кстати, ясно, Дору не буду смотреть. Snake Eyes, ну че, ладно, Snake Eyes только остается. Так, погодите, мне нужно чуть-чуть прокачаться. Так, в бейсболисте или в бандите? Так, сначала, подождите, я сначала схаваю один тоник. Использовать, да. Еще один. Че жму, блядь, у меня что, болезнь? Ой, блядь, бандит или бейсболист? Какой лучше прокачивать? Ну, бейсболист надо прокачивать. Итак. Да, я тоже бейсболист прокачал. Чудовищно сильный удар, максимальное здоровье. Прости, брат, что хуйню посоветовал. Хочешь, я сипуку ебану? Поехали. Пупу? Сипупу, сипуку. Сипупу? Сипупу. Че, попозже. Так, силу обычных вот так. 15 миллионов долларов, блядь! Не, йен, все в порядке. Че нахуй. Че за суммы бешеные? Слушай, ну потом у тебя будут нормальные деньги приходить с разных там бизнесов и подобного. Ну не, я не жалуюсь, я имею в виду то, что сейчас не хватает. Блять, уникальную стойку, ладно, давайте это сделаем. Угу. Но я это все равно не использую. Так, ладно, на бандите что там есть? Увеличивать силу ваших обычных атак. Ну давайте тоже. Ой, ебать. Ну что, нормальный опыт начался. Угу. Ну, она вроде скоро открывается стиль брейкдансера, но мне кажется, он такой себе. Не начинается. Хотя никто не говорит, что он тоже типа ОПшный. Угу. Ничего, бля, пацаны, тут особо качать-то и нехуй. Здоровье мне не нужно. Атака здесь странная. Фу. Ладно. Я качал именно те, которые, типа, прокачивают себе этот... Да понял. Силу удара. Так там только вот одна штучка такая есть. Но если под это не пройду, то не пройду никогда. Так. Ну, как раз успехи, так нормаленькая. Ну как нормаленькая? Ну, успехи. Так. Не трогай! Не трогай! Не трогайте! Вы что такие резвые стали? А ну, сука, умер, падла. Не. Трогайте. Сейчас. Ой, блядь, сейчас будет плохо. Пожалуйста. Ой, сука! Ты готов? А покажи, как он там оказался? Тихо. Леща ему вписал. Тихо, пацаны. Пацаны! Да что, блядь, не трогай его, падла! Ебаная! Нет, ну ему пизда, я проебал. Блядь! Не трогайте! Не трогай, тварь, блядь! Что за уебищный трек? Что за уебищный квест? Это уебищный трек, я не могу пройти, пацаны. Что делать? Битву доставать. Тут будет похожая миссия, но более заебистая. Безнадежный, говорит. О, господи. Мне говорит, не ной подрыв, блядь. Не ной подрыв, блядь. Аж что мне делать, если пиздит? Смотри, он как будто бы с каждым разом все больше и больше сам пизды просто принимает. Злее. Ладно, пацаны. Зато, говорит, в музон попал. Ну, хотя бы это. Все хорошо.
блядь. Да, блядь. Что, что нажать? Сейчас. Мне кажется, вот этот твой стиль, он как-то особо не... Да им похуй, он их с ног не сбивает. Блять, он их не задевает, потому что кулаки короткие, я так. Слушай, не... Слушай, ты прокачивал... Я оба бейсбол? Прокачал. Оба. Тип говорит, бог старшей школы, говорит, включай, говорит. Бля, понятно, пятилетний на стриме. Какая бог старшей школы? Все, я... Всё, интересно. Не хочу. Все, я больше не хочу. Тупой. Тупой. Тупой квест. Не впечатлил. Стиль говна, удар мочи. Звучит мощно. Я на самом деле, я такого стиля боялся бы. Чё за супер... Чё за супер удары, пацаны? Я в ахуе. Еще раз. Еще раз, пацаны, кайс. Еще раз, еще раз. Да. Какая классная песня. Нет, мне запретили играть в казино в Якутии. Не подходи, не подходи, блядь, не подходи. Джимида! Сука! Давай, блядь, давай, ну что, перед ударом давай, эту касцену запускает. Как их хуячить? Как их хуячить? Сейчас, погоди, я придумал такой вариант. А что если так? Вася, на него сперака, блядь, не бей. По мне хуяч, не разгоняйтесь, не бейте. Ты нахуй угораешь. Чё, прикинь, чё будешь, Вася? Ты чё, нахуй угораешь? В новой главе Берсерка 14 страниц всего. Опять, сука, под этот врыв, блядь. Ну давай, Вася, давай, иди вперед быстрее. Давай! Слышал, как будто я его сам припиздил. Опять нет? Нет. Тихо, говна въебавшие, пацаны. Короче говоря, мы минуем этот квест. Я, к сожалению, не могу пройти эту парашу, не пойму, что происходит. Вообще, бля, плохо. Врубай, говорит, дуру, я панк. Сколько раз ему уже пизды дали. Ой. Ты, говорит, ты с врыва начинай. Я проигрываю. Я не хочу начинать. Минус честь. Пацаны, ну а что сделать? Походу минус честь. Как вернуть? Ладно, сейчас потренируемся и вернемся. Сейчас чуть-чуть потренируемся, денег подкопим и возвращаемся. Невозможно. Слышишь, или все-таки... Или слышишь, или все-таки знаешь что? Бей, говорит, по одному удару, когда они замахиваются. Есть еще один вариант. Так, погоди. Есть еще один вариант. Последний раз прохожу. А ну-ка. Так. Откуда в твоем лексиконе слово «не могу»? У меня нету «не могу». Это вообще-таки не слово, а слово и частица. Реально он не мог пройти мост. Это реально невозможно. Так, окей. Почему он, блядь, не захватывает его? Ты чё, ебанутый? Не трогай его. Давай. Не. Я забыл, это неправильный вариант. Блять, развернись, падла ты такая. Отлично, отогнал. Нет, не подходи к нему. Не подходи. А кто еще, сука? Нормальный стиль, если что. Давайте еще сюда, суки. Мне никакая музыка не нужна, чтобы побеждать. Так. А как тут еще? Нет. Нет. Давай. Нет. Да ты, я тебе сам ебу приду, я тебя сам приду в ебу.
Я сам приду в Ебу. Кто там предлагал? Вылетаем в Японию. Соня, заряди меня на Японию. Я полечу сам в Ебую. Стиль ебучий, говорит, все отдал, но заебашил. Я говорю, все отдам, я все отдам, но заебашу. Я все отдам, но заебашу его. Братан, если ты будешь продолжать если ты будешь стримить, то все будет хорошо. А если этот чел будет спамить, то ты сам понимаешь. Ты будешь стоять с такими грязными словечками. Ой, блядь, еще раз. Так, пацаны, мне нужен стоит пистолет. Что, мне нужен, да походу пора пистолет ставить. Так, мне нужен, как зовут этого исполнителя? Слушай, если будешь с пистолетом, то включи вот это был патрон в стволе. Да, я не знаю, как ни пистолет, ни вставлять, ни пользоваться. А подожди, а это вообще реально? Пистолет, да, конечно, тут есть стволы. Где тут это сделано? Да, если за прям хорошую, типа, если выполнить какие-то миссии, то тебе дают даже ствол с бесконечным количеством патронов. Да ладно, брат, а у меня золотой револьвер. А у меня нет ствола. Ну, он не очень часто выпадает. О, господи, как называется... Блядь, еще для этого нового аниме сделал опенинг, который говно выходит про магов, блядь, какой-то... Во-первых, чуки-то скажу, во-вторых, не оскорбляй, этот... финишеры юзал, говорят, чтобы... предлагают. Тип говорит, подтвори добро. Твори добро! На сей же, блин. Слушай, ну почти получилось. Я вижу, что твоя стратегия рабочая. Я близко. Типа стиль биты, и ты просто их не подпускаешь. Просто отгоняю, собираю в кучку. И начинаю разъеб. Поехали. Закрываю дверь квартиры. Если я кому-то говорил, что мы сегодня пройдем главу, то я это не прям. Все. Что сделал? Нахуя я ему столько клепал? Так, как их теперь собрать? Давай. Пошел нахуй! Че, кульбитами? Как, блядь, Плющенко сейчас ебану ему. Давай. Фух! Почему Дора-Дура так помогает? Почему Дора-Дура так хорошо идет? Да. Так, поехали. Ладно, так, еще вот. Тихо, отступитесь. Нет, ты что, он слишком пиздит его сильно. Дора-дура, блять, он его слишком сильно пиздит. Тихо. Пацаны, не трогайте его, отпустите. Давай, Дора, давай, друг, пиздуй сюда. Где последний? Все? Дайте глоху докурю, блядь. Все, пошел, забежал. Спасибо за помощь, пошла нахуй. Отлично. Изи. Братан, двигайся, пожалуйста. Мост закончился. Не, он с тобой уже вместе идет. Отлично, камера взялась. Говорит, это пиздец. Как это реально? Да! Он тоже радостный, говорит, да. Я, говорит, что сделал это. Я прошел весь путь через мост и вабран. Это я сделал. Насиф, любимый Стаджун. Эх, рад за тебя. Ага, спасибо, Маджима-сан. Вы осуществили мою мечту. Возьмите это. Лучшее, что могу дать вам в качестве благодарности. Вы получили поисковик стычек. Нормально. Не думаю, что когда-либо был бы так счастлив. Я никогда не забуду то, что вы сделали для меня сегодня. Эх, разгуливание в куртке для тебя так важно. Странный ты. Знаю, не думаю, что большинство поймет, как много для меня это значит, но все же это была моя мечта. Думаю, такое происходит для большинства мечт. Извини, не стоило мне называть тебя странным. Теперь это твой козырь на сложных моментах. Не стоит извиняться, я в долгу у вас. Никогда не извиняйтесь передо мной. Эх, беру слова назад. Странный ты, Суда-чан. Думаю, так же. Мне часто говорят такое.
После такого я проголодался. Думаю, пойду сейчас домой и поем. Эх, увидимся. Удачи на мостах. Конечно, спасибо вам и пока. Какие вежливые, пиздец. Обратно пошел. Хейтеры Доры пососали самый огромный хуяк в моей жизни. Думаю, не стоит обращать внимание, что другие думают о тебе. Если хочешь сделать что-то, то лучше делай. Суда-чан, конечно, довольно странный, но он прав. Вот настоящий мужчина. Блять, улетаем. Я тебе не говорил, что Громпузо у меня саб на Твиче? Да ладно. Я сейчас от этого так прирофлил. Ну что, нашел деньги на сабку? Я думаю, он типа через Amazon Prime, наверное, через бесплатную вот эту, знаешь? Сука, блядь, я так и знал. Ты пытаешься смешным быть? Битвы ищешь? Тогда давай. Помогите. Классика. Возвращаю музыку, потому что здесь она почему-то отсутствует. Че, перезагружаться будем пробовать? Я так и не понял, у нас музыка отсутствует по факту? Или это какая-то... Разворачивайся. Так, сейчас сохранимся быстро. Так. Дору-дуру. Бля, говорит, Максим, слушай, тихо, сейчас будет громкий звук, предупреждаю вас всех. Не настолько громкий. Квест промимо, говорит, ну сейчас пройдем. Форсы спал, да здравствует Дора-дура. Король умер, здравствует король. Для музыки игровой фоновый звук на максимум выкрути в настройках. Проверяем. Слушай, Гудбой, мы собираемся проходить мем с мимом. Вот, блядь, квест с мимом. Мем с мимом. Да сейчас мем с мимом пройдем. Surround. Заебался толпу дрочить. А, вот он здесь вот. Вот здесь как из трубы становится, а вот здесь нормально. И здесь. Вот так. Все. Не громко, ребят? Не громковато? Да вроде да. Так, с чего начнем? С этих самых, с угловых или с мимо? Давайте с мимо. Йо, Токо Кичи, неплохую толпу собрал. Да, по крайней мере, было хорошо. Ты пытался сказать что-то? Что случилось? Да, ну, мне нужно в уборную, чувак. Мама, почему этот человек разговаривает со статуей? Он просто немного другой. Не пялься на него. Пс, благодаря тебе люди думают, что я псих. Прости, но ты сам разговариваешь со статуей. Так почему ты вызываешь из-за... Так почему ты вызываешь из-за твоих проблем? Рядом пиццерия, почему бы не сходить к ним? Ни за что, не могу. За мной смотрит ребенок. Если он видит статую, внезапно вернувшуюся к жизни, заработает травму на всю жизнь. Звучит логично. Не хочу разрушать мечты этого мальчика, но мне нужно облегчить свои... Что это значит? Перед глазами плывет все. Что мне делать? Я сейчас дайте гло добить, я не могу одной рукой играть. Че пока в чате, как у вас дела? Как у вас дела, ребят? Как живете? Я надеюсь, у вас все хорошо. У меня чат встал, блядь, сломался, понятно. А, нет, это просто никто не пишет. Мне никто не... Полковнику никто не пишет. Оживляй статью. Склепайте, да, типа он под другую песню прошел. Че тебя Дора-дура вообще не устраивает? Не дрочил 4 дня. Смотри, с этим опасно, опасно. Потому что стены ебать начнешь. Ты, говорит, токсичный хуй. Че это значит? В смысле?
А этот, этим ты сказал, что это ты токсичный вот, хуй. Вот-вот-вот, ты подтвердил, что ты сам токсичный хуй. Так, с ДР с прошедшим. Угу. Угу. Как часто стримишь, так часто и пишем. Ну чё ты, блядь? В ушах грибы завелись. Внимание, там у Bring the Horizon Fits Baby Metal вышел. Да, ебался, честно, эту дуру-дуру. Так, номера скидывают. У меня все хорошо. Наушник сломан, и ты не хочешь мне покупать новые. Слушай, ты если еще раз мне скажешь про наушники, про что ты... Я уже не могу читать это. Так. Согласись, что универ старая общага круче новой общаги. Что то хуйня? Привык тебя в записи на полтора смотреть. Можешь побыстрее говорить? Battlehost, блядь, привыкший пришел. Посмотрите, привыкший пришел. Нет, не могу, не буду. Угу, угу. Ну ладно, ладно. Все, понял, давайте продолжаем. Не хочу разрушать мечты этого мальчика, но мне нужно облегчить свои. Перед глазами плывет все. Что мне делать? Чувак, игнорирование зова природы никогда хорошим не оканчивалось. Почему бы не улизнуть, когда малыш отвернется? Улизнуть, когда не смотрит? Именно. Что? У меня плохое предчувствие. Ненавижу просить. Не мог бы ты отвлечь этих людей? Достаточно для того, чтобы я мог улизнуть. Кто? Я? Да, ты. Естественная компенсация... Блядь, то, что они молча... То, что они молча общаются. Да, ты, естественно, компенсируй это. Уверен, ты сможешь. Не знаю почему, просто знаю. Но, пожалуйста, если не уйду в ближайшее время, травмирую больше людей, чем просто мальчика. Что делать? Помочь. Ладно, ладно, я помогу. Надеюсь, ты справишься с этим. Конечно, спасибо. Ладно, как не привлечь их внимание? Думаю, могу попробовать выпустить свой голос. Запугать их оскорблением. Завывать, как банши. Выпалить, смотрите, НЛО. Максимчик, благодаря твоей энергетике сдал на права. Сильно волновался в машине, но из-за того, что было включено Comedy Radio, я услышал твою максималочку, то сразу успокоился, без проблем сдал. Наконец-то, я думал, зачем они это сделали. А тут вот как все совпало. Второе, я выбираю второе, завывать как банши. Ну ладно, постараюсь завывать как банши. Поехали. Им похуй. Мам, что не так с этим мужчиной? Не смотри на него. Смотри, видишь статую? Ну, это было унизительно, насколько возможно. Что теперь? Запугать их оскорблениями, выпалить, смотрите, НЛО. Ладно. Ладно, если я задену их побольнее, они будут слишком напуганы, чтобы продолжать смотреть. Погнали. Дерьмовые комки! Дерьмовые комки! Дерьмовые комки. А вот и страшный парень. Что-то не так с ним. Не смотри в глаза. Обычно дает более сильный эффект. Так что теперь? Смотрите, НЛО. Давайте глянем на НЛО. Не самый творческий подход, но... Эй, что это? В небе? Смотрите, это НЛО. А? НЛО? Где? Где? НЛО? Готово, так еще. Твой шанс. Катись! Сука. Что за черт? Там нет НЛО. Эта статуя и то интереснее. Стоп, что? А, что? Разве статуя не была прямо здесь? Что же, по крайней мере, ему удалось ускользнуть. Что же дальше? Возможно, небольшое выступление привлечет их интерес. Загадать загадку, танцевать, спеть. Я знаю, что ему лучше всего... Что лучше всего получается? Ладно, ослеплю их своим танцем. Там будут те самые танцы. Поехали. Узрите, повелитель танца прямо за вами. От диско до улиц. Погодите, ну как же без музыки все происходит? По какой причине? Узрите танец века. Я знаешь еще о чем думал? Я представлял себе работников, короче, студии, которые по этой 3D-модельке проделывают эти движения, блядь. Они, я помню, когда он делал суету,
танцевал в этом кабаре. Все так естественно выглядит, прям как будто человек говорит, что за шутка, танцору нужна музыка. Я, по крайней мере, я хорошо попотел. Попотел, давай. Итак, что там осталось? Спеть. Ладно, время дебютировать мое пение. Как гром среди ясного неба, я спою вам свое. さ君に似合うガラスの靴を探そう。Для капеллы на публике нужно быть тем еще храбрецом. Приятель, а у тебя есть смелость? О, кажется, я знаю эту песню. Бля, что было в загадке? Токичи, твой шанс. Тащи свой зад. Закатка от Маджима, дается 30 секунд. Тем не менее, капелла не такая уж и захватывающая. Вернемся к статуе. Просто, блядь, пялят на статуе. Сука, не могу. А? Идиот! Не в ту сторону смотришь! Ауч! Мам, статуя сам повернулась. Я не выдумываю, статуя двигается! Черт! Его прикрытие раскрыто. Что теперь? Эй, одноглазый Вилли, ты чертовски раздражаешь! Прекращай свое забывание. Чувак, что с тобой? Думаешь, какой-то уличный идол? Чувак, слушай, я не пою, потому что хочу. Спасибо за просмотр, блядь. Пожалуйста, блядь. Сука, ну ты тип, нахуй.